Друзья, мы продолжаем свое вещание с финального стола турнира WPT Russia Opener. Рядом со мной Василий Цапко, который все отходит и отходит. Ну окей, я вот сама подойду. Привет. Привет, Машенька. Четвертое место. Классный, в принципе, приятный результат. Согласен. Но знаешь, какой у меня вопрос необычный? Только что зашли мы на Hand & Mop посмотреть, что за Василий Цапко. И я столько нашла удивительных вещей. Во-первых, второе место в турнире Red Sea Poker Cup Шарм-эль-Шейхе, который мы, Poker Club Management, делали в 2009 году, да? Ты еще тогда не знала про покер даже, да? Ну, я уже дилером отработала. Дилером отработала? Так это из-за тебя я второе место занял? Нет, я там не работала, я в другом месте в тот момент развлекалась. Понятно. Расскажи мне о себе, почему, ну как так получилось, что, допустим, я тебя не знаю, а ты на наших турнирах бываешь. Расскажи нам о себе. Играю в покер 12 лет. Это, ну, основное занятие? Ну, скажем так, я безработный человек, который играет в покер. Основное ли это занятие, судить довольно просто. Основное. И расскажи, какие самые большие заносы были за это время? 400 тысяч. А, ты же попал за финал Ковсопа в Вегасе. Что за турнир был? Не, финал Ковсопа я попал и вылетел на восьмом месте. Ну, а где 400 тысяч? Где деньги? Финалка в Кубе. А, блин, долбанный Hand & Mop не показывает онлайн-результаты. Финалка в Кубе. В каком году? 2015. Угу. Круто. Расскажи, как складывался для тебя WPT? Opener. Постоянно шел двойным стеком, но когда попал на финалку, не очень складывалось, и в топ-5 был самый короткий стек, поделили по фишкам, ну или по 7. И играли за 3000, 7000 и кубок, не повезло, вылетел на четвертом месте. Угу. А ты отбирался через сателлит? Нет, играл за прямой бэйн. Где ты сейчас живешь? В Адлере. О, так ты переехал в Сочи вместе с открытием горной зоны? Ну, я переехал из Москвы в Адлер, представляешь? Когда? Полгода назад. Ну, это ответственное решение. Мы только что разговаривали с Александром Мержвинским, который вырос, родился в Москве и тоже сейчас переезжает в Сочи. Это... Сейчас Адлер – это новая Москва. Сюда приезжают люди из Сибири, из... Вот, кстати, Александра, вот, которая за камерой, она вот из, ну, практически Сибири переехала тоже в Сочи. Ну, я вижу, что Александра, она отличная потенциальная сочинка. Класс. Прям это новый социальный класс. Да, потенциальные да. Новые сочинцы. Да, новые сочинцы. Новые сочинцы. Новые сочинцы – это как новые русские, только покеристы, которые приехали в Сочи. Что такого крутого в жизни в Сочи? Ну, что такого крутого? Ты лучше спроси, что есть не крутого в жизни в Сочи? Что не крутого? Чего тебе не хватало в Москве? Море, горы, офлайн. А сколько ты сейчас выиграл? 34 тысячи. На что ты их потратишь? Слушай, может быть, ты мне посоветуешь? Девушки лучше знают, на что играть. А, легко. У меня все есть просто. То есть они вообще не нужны? У меня там еще больше вариантов. Смотри. Во-первых, ты можешь купить 42 породистых шпица. Уже есть. У тебя шпиц есть? 42. Это мужчина моей мечты.